Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как установить торговую платформу MetaTrader 4 на ваш iPhone, а также как подключиться к вашему торговому счету в компании Amarkets с помощью мобильной версии данного терминала. Напомним, что для клиентов Amarkets доступна веб-версия MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а это значит, что вы можете управлять вашими средствами на торговом счете прямо через браузер, в том числе и вашего смартфона. Доступ к веб-версии торгового терминала осуществляется прямо на сайте компании Amarkets. Однако гораздо более удобным способом торговли с мобильного устройства является использование отдельного приложения, установленного на него. Для этого после регистрации личного кабинета и открытия демо или реального торгового счета откройте App Store на вашем смартфоне. В строке поиска необходимо указать название торговой платформы – MetaTrader. Как видите, от официального разработчика MetaQuotes для вас доступны платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Стоит заметить, что в использовании данной платформы практически идентичны, но в данном примере мы установим MetaTrader 4. Нажимаем кнопку «Скачать». На рабочем столе смартфона появится иконка запуска приложения. Давайте его откроем. После первого запуска приложения вам необходимо подключиться к вашему торговому счету в Amarkets. Перейдем в раздел «Настройки». Для добавления счета выберите первую строку «Новый счет». Далее «Подключить существующий счет». Вы увидите окно поиска сервера брокерской компании. Укажите Amarkets. Далее, в зависимости от того, к какому счету вы собираетесь подключиться, выберите сервер Amarkets Demo или Amarkets Real для подключения к демо или реальному счету соответственно. В нашем примере мы подключимся к реальному торговому счету. Теперь все, что нам нужно, указать номер счета и пароль от него. Данная информация направляется в отдельном письме сразу после открытия счета в личном кабинете. Для того, чтобы при следующем запуске приложения MetaTrader 4 вам не приходилось заново указывать пароль от счета, вы можете оставить активным флажок «Запомнить пароль». Итак, нажимаем кнопку «Вход». В случае успешного подключения к вашему счету во вкладках «Настройки», «История счета» и «Торговля» вы увидите актуальную информацию по вашему счету, а в разделах «Котировки» и «Чарт» вы сможете увидеть реальные рыночные котировки и график выбранного торгового инструмента. Более подробно об этом вы узнаете в следующих видео. Итак, уважаемые трейдеры, из данного видео вы узнали, как установить торговый терминал MetaTrader на ваш iPhone, а также как успешно подключиться к торговому счету. Спасибо за внимание. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня.